150-летие со дня рождения Фредерика Шопена, гения польской музыки, торжественно отмечалось в Москве. В Большом зале консерватории собрались представители общественности столицы. В президиуме польский посол Болеслав Ящук. Музыковед Ярустовский рассказал о жизни и творчестве великого композитора. В юбилейные дни в зале имени Чайковского выступила известная польская пианистка Галина Черн-Стефанська. Исполняется этюд Шопена.